10 сессий, 83 работающих закона. Парламентарии республики сегодня подвели итоги уходящего года. В повестке дня 17 вопросов. Депутаты практически единогласно проголосовали за изменения в законе о государственных наградах Чувашии. С 2019 года в республике появится почетный знак «Материнская слава», а не. Его смогут получить женщины, которые воспитывают 5 и более детей. Таких многодетных семей в Чувашии более 700. И неважно, родные это дети или усыновленные. Автор эскиза награды – Игорь Андреев, член Союза художников Чувашии. Проект уже получил одобрение Геральдического совета России. Основа знака – косой крест, принятый в государственных символах республики, чувашская восьмиконечная звезда, в геральдике – косой крест с 8 лучами, позволяет сохранять преемственность наградной системы Чувашской республики и сделать знак узнаваемым среди подобных наград других регионов. Почетный знак «Материнская слава» даст возможность получать льготы многодетным матерям при выходе на пенсию. Это, наверное, стимул для наших женщин, прежде всего, которые воспитывают для России, для Чувашской республики достойных граждан. Именно в последующем, уже выходя на пенсию, оформить и получив эту награду, дополнительное звание ветеран труда, оно дает право сегодня получить. И, конечно же, ежемесячную надбавку в виде как ветерана труда. Более 1000 рублей в месяц. На заседании Госсовета рассмотрели и другие меры поддержки многодетных семей. Из дополнительных федеральных средств почти 22 миллиона рублей направят на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка. Всего из федерального бюджета в Чувашию поступит 192 миллиона рублей. Республика стала одним из 40 регионов России, который получил грант за эффективную работу органов исполнительной власти. 80% этих денег направят на укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования.